Привет, мои маленькие любители чего-нибудь вкусненького. Соскучились вы уже давно по сынульке-красотульке. Кстати, я уже давно ничего не готовил, уже от этого всего отвлекся. Ладно, не будем тянуть кота за это самое. Взял я, короче, обычное растительное масло. Но если не хватит, вторую бутылочку взял. Соленье, тут огурцы, помидоры. В общем, тазик. Обыкновенный желтенький тазик у нас пойдет, как раз будет пригодиться, в чем мы будем замешивать. И также мука, и соль и сахар. Все, нам больше ничего не надо. Для начала закатаем свои рукава, как всегда. А, еще у нас там стоит лист, он смазанный растительным маслом, я его смазал. Что нам для этого надо? Берем вот что. Берем вот эту на глаз соленью. Соленья, кстати, она магазинная. Ну, ничего, в принципе, рассол. Ну, немного что-то перца. Короче, я немножко наведу. Во, хватит, если что, мы для компрессии добавим. Ну, в принципе, на вкус. Дальше что мы добавляем? Растительного масла. Обязательно, во, растительного масла. Тут у нас осталось, это не так много его. Но все-таки осталось достаточно. Во. Бим. Все, укатилось. Так, что дальше у нас идет? Дальше у нас идет по консистенции соль. Пару щепоток соли. Сейчас мы это быстро сделаем. Кстати, у нас вечер. Хороший вечер идет. Отличный вечер, не жаркая погода. Думаю, все достаточно. Сильно пересаливать, сынуля, красотуля, не будет все это дело. Соскучился уже по готовке, а кто готовит? Мамуля Васильевич, мамуля Васильевич. Сынуля, красотуля только жрет, только кушает. Так, добавляем сахар тоже. 1 столовая ложка, 2 столовые ложки. 3 столовые ложки. Кто любит сладкое? 4 столовые ложки. Так, 5 столовых ложек. Думаю, 6 столовых ложек. Думаю, 7 столовых ложек. О, достаточно, кстати. Кстати, кто не знает, зашел первый раз, увидел сынуля красотуля, профессиональный повар. Он даже себе может... Теперь размешиваем это все. Он даже себе может напечатать красивые грамоты на принтере. Может 50 звезд туда напечатать. 10 звезд или чен. Да. Во. Теперь сбалтываем. Так вот, болтаем. Вот это все наше. Сбалтываем, во, 10, а можем и 11 звезд или чен напечатать. Ну, у кого на что фантазия, так, главное не плескать по столу и по полу. Делаем все культурно, максимально быстро. Сахар постепенно входит в химическую реакцию с солью и с рассолом. Все это растворяется в H2O в воде и придает такой... Вместе с маслом маслянисто непонятный вид. Еще чуть-чуть, совсем чуть-чуть. Совсем чуть-чуть. Кстати, блюдо, по идее, надо не досаливать. Размешиваем. Во! Вообще. Теперь высыпаем. О, получается вот такая жижка. По идее, надо чуть-чуть постоять, минуты две. Но у нас вечерний. Будем насыпать муку сюда. 1 столовая ложка, 2 столовые ложки. Так, помешали. 3 столовые ложки. 4, 5. Помешали. 6, 7, 8. Во. Помешали. Я думаю, мы никакие формы использовать не будем. И стаканчики использовать не будем. Я, скорее всего, порежу на колбасяски, на длинные сосиски. И вот так потом ножиком мы их почирикаем. Во. Сейчас первоначально мы вот это все перемешиваем. Потом положим он ту зеленую силиконовую сзади меня непонятную субстанцию. Постелим на это, на стол. Называется, как она называется? Непонятная силиконовая зеленая тряпка. Во.
Так, добавляем муки. Сейчас добавляем муки. Нам надо погуще делать это все. Количество ложечек мы уже не считаем. Мы смотрим по массе, по консистенции. Давненько сынуля красотуля не работал с тестом. Ну и часто же главное не намусорить. Чтобы мука осторожно размешиваем. Не спешим, куда нам спешить? Тут как это, все с чувством, с толком, с расстановкой. Вот так у нас все выглядит уже. Женщины-красавицы смотрят, они, да. Смотрите, смотрите. И женщины, кому за 30, за 40, за 50, за 60, за 70, за 80, сынуля красотуля вас научит готовить. Смотрите и учитесь. Во. Так. Еще маленько муки добавим, но сильно много мы не будем. Кстати, оно не будет сырое. Оно сырое не будет. Это так называемое печенье на рассоле идет. Так, добавим еще мы муки. Чуть-чуть. Во. Достаточно. Теперь достаточно. Во. Еще думаю. Все. Достаточно. Убираем. Сейчас я уберу. О. Так, теперь закатываем свои милые чистые ручки. Кстати, сынуля красотуля сегодня отмылся в бане, бане сегодня. Так, это нам ничего не помешает. Берем теперь руками и замешиваем нашу субстанцию. Как я уже сказал, мы не будем использовать всякое такое, что... Стопочки, формочки, нам это абсолютно ни к чему. Вот эта вся красота, она нам не нужна. А для желудка какая красота может быть? Там все в одном флаконе. Там. Во, и мнем. И мнем, как любимый партнершу. Да. И мнем. Как же бабу в припадках. Так, мысли вслух, да, были? Во. Разминаем. Можно, в принципе, встать, но можно и сидя посидеть. Тесто, кстати, податливое получается, оно такое. И к рукам не липнет. Но это все из-за чего? Это все из-за масла. Тесто, кстати, вот такое оно. Прямо ж. Кстати, как оно называется, опара. Есть такое модное слово. Постоять, типа оно должно. Нет, оно не должно стоять. Сейчас я вот здесь... Мука осталась, я в это тесто назад сейчас все запилю. Эх, нос чешется, нос у сынули красотули чешется. Во, мнем. Так, во, сейчас я замну сюда. Все. Разминаю, сыночка. Так, о чем полялякать-то, пока тут это занимаюсь этим делом. Да что-то, в принципе, ничего в голову-то сильно не приходит. Можно было бы о чем-нибудь полялякать, но не знаю. В основном смотрят же подписчики сейчас, а подписчики все знают. То есть, как проходит день у сынули красотули? Во сколько сынули красотули открыл свои милые глазки? Во сколько сынули красотули пошел кормить собачек? В принципе, все известно. А так никуда не выезжаем, никуда... Не ходим. Вот получается вот такой колобулькин. Колобулькин. Во. Получился вот такой у нас колобулькин. Тесто, я думаю, нормальное. А липнуть не будет. Смотрите. Ох, какая колобулька получается. Сейчас я тут остатки дополирую здесь. Остатки надо чашку же вымыть. Муки же у нас не пропадать. Ничего. Ну, а сейчас быстро полирнем. Что-то не липнет. Что-то не залипает в тесто. Что-то плохо мну, наверное. Отвык. О! В принципе, да. Во. Сейчас, смотрите, мы будем делать длинную колбасяску. Длинную колбаску. Длинную, смотрите. Сейчас сынуля красотуля сделает длинную
колбаску. Сейчас я сделаю длинную колбаску. Это как кружок лейки и шитья. Ну вот, длинная колбаска у нас готова. Идет вот она. Колбаска длинная. Ладно, что это? Все. Не затягивай видео. Так. Что-то я отвлекся. Ладно. Ложим, короче, вот эту зеленую. О, силиконовую подстилку. И начинаем катать. Кстати, ножик я не взял. А знаете, ножик же нам не нужен. Подождите, сейчас я раскатаю, короче, колбаску. Сейчас я колбаску раскатаю. Подождите, сейчас. Сейчас я колбаску раскатаю. Нам ножик не нужен. Нам ножик не нужен. О, получается, что у нас? Во! Смотрите. Смотрите, смотрите, какая вещь. О, вообще ж. Эх, нос у меня чешется. В общем, делаем колбаску. Все. Переходим к мастер-классу. Опа, опа. Опа, колбаска какая. Опа, опа. Колбаска. Во. Лепка. Лепка змейка. О. Ладно, пойдет у нас змейка. Так, такая змейка у нас получается. Теперь что? Мы не пойдем. Что-то у нас зачесался. Мы не пойдем за это. За. Так, у нас здесь, кстати, масло растительное я налил. Надо вот это все размазать. А все равно руки липкие. Пальцами берем, размазываем вот это все. Вот, чтобы не прилипло. Слишком много масла не надо. Потому что у нас и так масляное тесто. Оно, никуда оно не прилипнет. Размазали. Мы теперь берем. Опа! Это. Во. Как его? Ложечкой. И вот так отчирикиваем. Кстати, делаем это все осторожно, хоть ложечкой и не прорезать, но все равно. Делаем вот такие печенюшки, пранички. Полупеченьки, полупраники. Во. Сейчас сынуля красотуля быстренько он сделает. Во. Во. Все. Все. Опа. Все, как я уже сказал, но на расстойке стоять оно не будет. Оно пойдет сразу запекаться. Во. Ляпушки, ляпушки, кто любит ляпушки? Кстати, выражение заметил, называют хрючево вот такое. Я ни разу ни у кого не видел, оно как-то попозже пошло потом выражение. Начали много из подписчиков использовать хрючево. Я сразу вижу, это из старых подписчиков, кто смотрит тот канал. Я как-то раньше ролики называл, это хрючево. Во, расстояние держим. Так, должно все войти. Все войдет, все поместится. Такие пранички. Кстати, мы их сверху ничем не смазываем, ничем не покрываем. Все. Это даже завести, приготовить тесто за 15 минут. У нас где-то, наверное, 15 минут мы уже завели. И, считайте, мы ставим плитку. Все. Отодвигаем. Все. Быстренько. Успеть за 15 минут завести тесто и поставить в духовку. Во. Сейчас я. Сынулька, красотулька. Сейчас, девчонки. Скоро будет это вкусное это. Во.
такие у нас получились прянички-ляпушки. Кстати, поднесу поближе. Все, вот это мы все дело сразу ставим в духовку. Ребята и девчата, все идем ставить. Рецепт получился быстро, за 15 минут. Вы сами его видели. Ставим в духовку и ждем. Постояли они, остыли. Кстати, готовились при температуре еще горячая. При температуре 180 градусов, 170 градусов. Целый час готовились. Они мягкие, пропеченные. Ну и попробуем, соответственно. Рассыпчатые, вкусно. Вкусно. Вкусно и хорошо. В общем, рецепт дельный. Оценили красотули. Всем пока-пока. С вами был Ценуля Красотуля. Мы еще увидимся. Подписывайтесь на обычный канал. Канал Продал Ильича. О печенюхе действительно вкусное. Вкусно.